И всем привет! Буквально парочка, а может 3 минуты вашего внимания. Сегодня я собирала и раздавала каталоги. Из 3 собранных каталогов на сегодня мне сделали заказ на 1000 рублей. Вот, позавчера я собрала, по-моему, штук 5 каталогов, и у меня был заказ на 2000 с лишним получился. Вот, а у меня есть видео, которое я выкладывала до этого, да, то есть как работает статистика по каталогам. То есть, это не, на самом деле не тот вопрос, который я хотела сегодня озвучить. Да, я в бизнесе, я строю свою команду, я приглашаю людей, и бизнес Oriflame можно построить без беготни с каталогом. Я бы хотела достать каталог и показать его вот так, но у меня его нет, он у меня не все у клиентов, вот. Так, да, вот я вот такой человек, я вообще раньше, когда работала по продажам, ну да, именно прямым с каталогом, у меня было правило ни одного каталога на руках, вообще ни одного. То есть у меня все каталоги всегда были отданы. Вот, почему? Я все-таки решила, что я буду раздавать каталоги. Смотрите, во-первых, отработанная база клиентов, 100 человек, к примеру. Ну, то есть стремлюсь, да, хотя бы от 50 до 100 набрать клиентскую базу на сегодняшний день. Мне ее нужно набрать. Это товарооборот достаточно большой, то есть по бонус-баллам это прилично. То есть где-то что-то как-то вы можете всегда своими баллами дополнить. Плюс нужны определенные там продажи где-то под конец каталога, есть распродажи, вы можете всегда своим людям написать, которые у вас постоянно покупают, что вот там, дорогая, смотри, со скидкой есть то-то, там есть там гелики для интимной гигиены, там карандаши какой-то, помадка, ну, то есть по потребностям человека. И со 100 человек клиентской базы спокойно можно там 200 баллов добрать. Если нужно там 200, это прям вот, прям легко. Вот, то есть считайте, да, а если по 10 баллов с 200 человек, так это 2000 бонус-баллов можно свободно добрать. Поэтому я за каталоги, за живое общение, за знакомство через каталог. И, если честно, люди сейчас, они ждут вот этих каталоги, они их не видели, они у меня их берут, и заказывают по ним с таким удовольствием, с такой радостью. И мне так классно, ну, блин, вообще здорово. И вот приходишь, и все, как будто они меня всю жизнь как будто ждали. То есть вот это классно, то есть это эмоции, которые я сегодня получила. То есть не то, что какая-то там недоделанная пришла тут и хожу, прошу, ну возьмите у меня каталог. Нет, представляете, меня люди ждут. Они меня не знали никогда, но они меня ждали. Они меня... Такое ощущение, что они просто меня всю жизнь ждали. Вот, вот такие я сегодня получила эмоции, да. И вот мне оно нужно, живое общение. Если вам не нужно, ну, работайте только онлайн. Мне нужно живое общение, поэтому я работаю с людьми вживую. То есть, а там уже продукты Oriflame, а там уже, да, то есть, уже думайте, как вам работать, то есть, пожалуйста, хотите только онлайн, работайте только онлайн, хотите миксовать, миксуйте, хотите только вживую, да, пожалуйста, тут можно и вживую сделать на сегодняшний день результат свободно, потому что живой рынок, так как все ушли в онлайн, живой рынок чист как слеза, и с ним можно вообще сделать спокойно, то есть вот тут вот у меня куча многоэтажек, и если смотреть с предпринимательской стороны, да, брать вот эти микрорайоны, посчитать просто сколько там семей, сколько там квартир живет, так тут можно 200 тысяч свободно просто вот с этих районов через там полгода, отработав себе офигенную клиентскую базу, нарегистрировав консультантов, просто 200 тысяч зарабатывать, поэтому я завтра пойду собирать каталоги и раздавать каталоги. А сейчас я пойду рекрутировать онлайн. До встречи!